снежок пошел. Значит, будет потепление. Снег пошел, будет теплее. Надо идти лопату брать и чистить, наверное. Доброе утро, дорогие ребятки. С вами снова Владимир Матько. Сейчас у нас 8 часов утра. Шел такой хороший снежок. Сейчас он переходит уже в дождь. Это, наверное, в этом году последний такой снежок. Я просто вышел маленько из дома. На улице ветерок, конечно. Как вы видите, на улице машин очень мало. Сегодня воскресенье, и поэтому машин вообще маловато. Люди отдыхают еще, поэтому машин маловато. Интересно, снежок хрустит. Напоминает все-таки мне это, опять же, Казахстан. Хотя, я же говорю, ветерок прямо в уши дует. Все равно приятно. Приятно увидеть такой снежок и знать такую погоду. Это как обычно у нас бывает весною или осенью в Казахстане. Октябрь месяц, это так, конец октября, наверное. Раньше было так. Видите, машин маловато. Еще ничего не чистилось. Дороги никто еще не чистит. Интересно. Сейчас будет, наверное, дождик еще. Это будет, конечно, барахло. Возможно, и будет гололед потом у нас. Только видите, даже только это мои одни следы, вот, которые я ходил. Этот дом вот продается с этой стороны. Продается домик 2000 квадратных метров. Ну как-то так вот. Машин маловато, конечно. Вот так обычно всегда бывает в воскресенье. В воскресенье очень мало машин, мало движения. Но ветерок, я вам скажу, прохладненький. Просто сейчас проснулся и смотрю, это снег такой идет. Думаю, быстренько сниму. Вот такая погодка у нас. Как я уже и сказал, это, наверное, последняя уже в этом году снежок. А может и нет. Черт его знает, да? Ну как-то так, ребятки. Дорожки еще никто не чистит. Эти вот дорожки, где сейчас я хожу, вот мы обязаны ее сами чистить до вечера, короче, до 8 вечера, по-моему. Обязаны ее почистить. Короче, еще кто-нибудь упадет, еще отвечать будем. Как-то так вот. Ну, я думаю, тут намного тише, конечно, ветерка нету. Но все тает, как вы видите, ребята, снег он влажный. Видите, он сразу будет таять. То есть не шибко-то и холодно. Все это растает. Вот такая погодка у нас в воскресный день. Все, пойдем в хату сейчас. Где мой снег?
Не видать, да? Да, он плюс один, наверное. Если что, деньги лежат. Уже черт знает сколько лет тут они валяются. Надо их попробовать очистить. Все, ребятки, пока. На сегодня все. Такая поводка у нас.